Сегодня на площади возле городского дворца культуры торговое отдел администрации Харциска организовал очередную ярмарку. Предпринимателей, которые приехали представить свой товар и реализовать его по демократичным ценам, на этот раз было немного. Погода, прямо скажем, не слишком благоприятствовала выездной торговле. Сегодня с самого утра в Харциске установилась истинно осенняя погода – холодно и сыро. Тем не менее, многих предпринимателей это не испугало. И пусть на ярмарку не привезли рыбу из Седова или трикотаж из Макеевки. Зато в широком ассортименте были представлены сезонные овощи и сезонная одежда. К примеру, предприниматели предлагали запастись на зиму теплыми вязаными носками. Или картошкой, которую реализовывали по довольно привлекательной цене – 13,5 рублей за кило. Впрок на холода можно было купить и натурального меда, собранного на пасеке в Амросиевском районе. Майский, липовый, подсолнечный, разнотравье. Природное лекарство от простуды предлагал Михаил Урсу. Известного в округе пчеловода удручает манера некоторых его коллег подогревать прошлогодний мед и добавлять в него сахар, после чего ни о какой пользе, конечно, говорить уже нельзя. Михаил Урсу – ярый противник подобных методов получения дополнительных барышей. Я стараюсь произвести почти, можно сказать, 100% натурального меда, без всяких этого примеси, без всяких подогреваний, без всяких, которые не должны быть существовать в мед. Я вообще считаю так, что как Бог дал из природы меда, вот так лучше и так его и торговать. Молочная, кондитерская продукция, саженцы деревьев, бытовая химия, колбасы, овощи и фрукты. Все это было представлено на сегодняшней ярмарке в ассортименте. Регулярно, как ярмарка, так и мы здесь. Яичко всегда свежее, это Зогрески наш ППР. Так что цена ярмарочная. Сегодня, конечно, наверное, погода немножко людей испугала. Ну а так ничего, люди уже знают наше яичко. Цены на ярмарке были вполне приемлемые, отметили покупатели. Во всяком случае, заметно ниже рыночных.